Привет, а сейчас песня «Атуа». Разберу второй куплет. Французский изучала очень мало, но так это как хобби, поэтому взяла куплет, который мне понятней, но ноты всех куплетов там одинаковые. И также песня мужская, песня низкая, поэтому я ее буду играть от той ноты, насколько вот мне удобнее показывать. «Амуа» — это октавный скачок, или вот любой там еще «Атуа» или «Ану» — это идет сразу скачок снизу вверх на октаву. «А ла фоли дон ту ла ризон, а ме колон сан савуа буква». То есть вторая строчка чуть-чуть на одну нотку выше начинается, хотя приходит в ту же. То есть «а ме колон сан савуа буква». И третья так же, как вторая почти. «А ме селон се там». «А ме селон се там». Попробуем сначала. Теперь вы. Дальше. Теперь вы. Очень будет высоко, если начинать петь вот удобно низко, чтобы не спускаться, то тут будет достаточно высоко вверху. Еще раз. Вот. И припев. Теперь вы. Дальше такая строчка. Дальше. Дальше идет. Кисела аля фуа, твоим, твоим ла. Получается, кисела аля туа, кутуа. Еще раз сейчас целиком спою. Кисела аля фуа, твоим ла. Теперь вы. Вот, и потом по кругу идет. То есть ноты одинаковые, может быть проблема с текстом. Ищите тогда русскую транскрипцию. Либо слушайте оригинал и пытайтесь под плюс скопировать интонации, потому что французский язык сложен тем, что часто написанные буквы не все читаются, хотя и в английском такое есть, но во французском сложнее. И иногда сама песня, в принципе, и в любом языке бывает так написано, что то, как мы произносим слова, это одно, как вот по правилам, а как поется, может быть, по-другому. То есть, как автор написал, может, какой-то слог добавил, может быть, какую-то гласную протянул. В общем, вы понимаете, о чем я. Поэтому нужно слушать. Но, зная вот эту мелодию, можно будет выучить песню. Самое главное — подобрать по тональности, потому что я в онлайн-караоке, когда ее слушала, некоторые опускают первую ноту и начинают сразу петь. «Атуа!» Сразу высоко, без скачка, и тогда теряется мелодия. Поэтому хорошо, конечно, когда этот скачок есть. Если вам нравятся какие-то такие песни на интересных языках, пишите, будет любопытно узнать, разобрать.